Yes. Ну что, сегодня мы играем в игру Plants of Zombie. Вот. Разложились по растениям. Копилочка. Ну что, ну давай с кусачки начнем. Давай. Как мне играть, расскажи. Надо нажимать на зубку. Нажимаю. Это как отдел. Что, я? Боком я чуть-чуть можно вот так оставить. Угу. Ну, все, погнали. Гадкая. Укусила. А еще мелкая такая есть. Не надо мелкую, давайте с этой. Вот это вот тоже интересно. Ну давай, она... Тоже, она такая, это, безголосая. Блин, тоже кусан. Тут есть еще вот такое вот растение. Ну, показывай пока растение, пока народ подчинится. Ну, такое есть четырехстрел. Горохострел, да. Четверной, пятерной. Пультик к нему есть. Вот. У меня тоже такое. Смотри, два растения. Чем это стреляет? Вот это вот и стреляет. Ну, просто она не заряжена, но она тоже стреляет. Она набойно бубанет. Раз, два, три, четыре, пять. Почти все стреляет. Еще одна кусачка. Ой, это вообще смешно стрелять. Покажи. Ну, шарики не это самое. Да, она с одного места стреляет. Куколка, блин. Покажи. Куколка. Просто стол весь занят, он еще и катается. Ну, поэтому у нас не получится. Он еще едет? Вот такое растение есть. Не, ну самое прикольное. Это зомбосы. Сейчас как стрельну кого-нибудь. Он не заряжен полностью. А, не надо. Заряжен. Надо. Раз. Не заряжен. Не надо. Заряжен. А, ну. Я специально. Теперь ищи. Ну ладно, потом соберем. Что вот это за чувак? Ну, что, жал какую-то ракушку у ракушки? Что это такое? То есть это поедатель ракушек? Ну это зомби в ракушке. Ну я сам всех да? Не знаю. Вижу тут. Ладно, будем смотреть. Вот, походу тоже стреляют? Есть такие у нас прикольные? Или это чисто так, кажется? Ну это да. Мими, давай Мими. Мими, покажи Мими. Что за Мими? Ничего не. Мешает музыку, громковато. Ну ладно, не важно. Угу. Что еще вам показать-то интересно? О, я знаю, что интересно. Ну? Вот у меня тут какой пенкерат пирала. Сейчас сюда. Это я попробую приближение. Это интересно. Сейчас куда-нибудь сюда запрямлю. Классно, скажи. Угу. Класс. Это мне само понравилось. Все не такие другие зеленые какие-то. Есть вот такой, вот неконкретный. А это что делает? А, то есть он летает. А не надо туда. Скажите, туда, на оператора. Давай сюда, а сюда. О, правильно, под стол. Нормально. Тихо, кружится. Прикольно, что вы худеете, а это еще и снимаете. Ты смотри, это можно одеть любого из этих? Да. Класс. А что это в шахте будет без? Ты все разные персонажи? Ну, как бы да. А что вот это за оно? Ну, я тоже растение. Я же не знаю, какое-то растение может быть. Что это такое может быть? Слива какая-нибудь? Слива. Да. Это тыква, что это может быть? Тыква. Ну какая там тыква? Это... А что это? Не знаю, это лимон. Лимон какой-нибудь. Ё-моё. А что прикольно? И вот это вот, что вот это? Это свекла? Нет. Свекла нет? А ну, что? Да, свекла. Что это? Да. Вот я название, честно скажу, я не знаю. Очень классное растение. Если кто-нибудь знает, напишите, пожалуйста, название этого растения. Если есть здесь, как говорится, более продвинутые игроки. Hello, what is it? Растение против зомби. Так, а вот это. Ой, это кот какой-то, вообще не в тему. Потому что коты есть в этой игре? Блин, он на колесиках. Да, если бы стол не был бы занят, он не сказал. Я уверен, что это оценит кот. Покатать. Вот кот оценит, он как поедет. Это кот-камыш. Кот-камыш? Ну так. А, так обычный кот оценит, что там уже? Ну, и тут может быть. Вот это. Ладно, будем, наверное, заканчивать. Попробовали. А, давайте. Все, всем пока. Где-то, да, всем пока. Давайте вы нам напишите, что за растение у нас здесь вы видели. Да, если кто знает. Да.